Главное отличие этих картин состоит в том, что под объективом фотокамеры они оживают. И посетитель становится участником сюжета каждой картины. Это очень интересно и для детей, и для взрослых, так как у каждого посетителя есть возможность проявить свои актерские навыки и таланты. Эти картины создает группа профессионалов. Это работа не одного человека, достаточно трудоемкий процесс. Команда находится в городе Пермь. В настоящее время в галерее 3D-картин представлены 24 картины. И каждые 3 месяца мы планируем полностью обновлять экспозицию. То есть через 3 месяца это будут абсолютно другие картины, и мы надеемся, что в гораздо большем количестве. Конечно, посмотреть то, что здесь есть, это удивительно. Наверное, в каждом взрослом человеке есть ребенок, потому что мне настолько это все понравилось, настолько это все необычно, это все оживает так. Замечательно. Конечно же, я приведу и своих детей, и посоветую другим сюда прийти. Обязательно только не забывайте фотоаппарат. Это вот самая необходимая вещь, которая здесь нужна. Моя самая любимая картина вот эта с грузовиком с деньгами, так как, наверное, у всех есть мечта, чтобы хоть раз перевернулся грузовик или с пряниками, или с деньгами. Вот тут эта мечта осуществляется.